О совершенствовании лабораторной службы говорили и в стенах окружной думы. Здесь по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» провели круглый стол на тему внедрения концепции бережливой лаборатории. В ходе дискуссии было отмечено, что сегодня в Югре количество лабораторий превышает необходимое число. В среднем на одну медицинскую организацию приходится 1,5 лаборатории. Превышает потребность и количество оборудования, которое попросту простаивает. По оценкам экспертов, сокращение малорентабельных лабораторий позволит минимум на треть снизить затраты на функционирование службы. При этом доступность и качество исследований можно будет увеличить за счет оптимизации использования материальных и кадровых ресурсов. Есть определенный потенциал для более эффективного подхода к организации лабораторной службы. И причем не только с позиции финансовых затрат, а именно с позиции в целом организации и эффективности работы в части своевременности, полноты получения необходимой для постановки диагнозов информации. Встает, естественно, вопрос о достаточности как таковой этой службы, но и в том числе об оптимизации использования всех тех ресурсов, огромных ресурсов, которые направляют Ханты-Мансийский автономный округ, в том числе и как в здравоохранение, так и непосредственно в лабораторную службу и модернизацию лабораторной службы Ханты-Мансийского автономного округа.